Так, хлопнуть быстренько их. Потом вот этот красный корабль хлопнуть. Так, где там наши основные? Че это, жидкий металл, не страшно. Где еще у нас контингенция? Где-то же еще есть. Так, вода, металл. Так, что-то не могу понять. А чё, мы не всех хлопнули, что ли? Так, Самоделкин. Что-нибудь потыкаем, так. Так, это управляет велитель роботов. Давай, утопический идеалист. Сохранимся, посмотрим, что в покрове. Так, влияние жизни, продолжительность проклятия, загружаемся. Неохота с проклятием сидеть. Так, скорость. Ничего не дали. Так, 50 тысяч пока есть. Где контингенция, вообще не могу понять, где они есть. Так, инциденты, Ситана, контингенция, мир машин. Ага, их надо уничтожать, наверное, да? Так, колосс будет работать над этим. Так, подкупить пока. До сотки опять добьем. Пока они там будут со своим опустошением, может, тут хлопнем их. Звездный аватар. Что-то зарядка долгая прям. А, у нас скорость-то. Очень быструю поставил. Мир машин разрушен.
Узел стерилизации 001 мир машин в системе Цебальрай была нейтрализована. Под действием испущенного колоссом божественного света планетарное ядро ИИ воспользовалось скрытым глубоко под поверхностью планеты массивным устройством с антиматерией и самоуничтожилось, не дожидаясь отказа всех систем. Больше оно не представляет угрозы. С нейтрализацией этой планеты фантомный сигнал лишился важного ретранслятора, в результате чего его сила значительно ослабла. Исследование живой металл. Так, посмотрим дальше. Контингенции. Мир машин. Так, сюда. Так, мегасооружение воды. Молодцы. Связь установлена. Раса, обитающая на планете Денеп 2Б, наконец завершила строительство первого межзвездного корабля. Молодцы. О. Что они хотят? Коллективное сознание, коллективный разум. Квикслуфранский организм является единым целым. И мы говорим от лица всех, коллективный разум обратил внимание на ваше присутствие. Пока мы будем наблюдать, наши дальнейшие действия будут зависеть от того, угроза ли вы для нас, возможность ли для экспансии или непредвиденная переменная. Как оно пало? А кто его уничтожил? Интересно. Хоть бы объясняли, как государство пало. Мир машин разрушен. Так, была нейтрализована. То же самое про антиматерию и ослабло, короче. Так. Ого. Какой тут гигант. Размер 55. Вот на такую планету можно потратить это семечко терраформирующее. Хотя сейчас уже смысл от такой планеты в конце игры. Мир машин разрушен.
разбитый мир. Ну и последний мир машин. Потом жидкий металл надо добить. Сердце контингенции. После уничтожения всех четырех миров машин, ученые смогли наконец-то вычислить происхождение фантомного сигнала. Он исходит из SX-9881 звездной системы на периферии галактики, ранее не отмеченной на картах. Должно быть, именно туда устремлялись все синтетики, попавшие под влияние сигнала. Пока мы не разберемся с этой последней системой, контингенция будет представлять опасность. Входящее сообщение. Критическая ошибка. Потеряна связь со всеми узлами стерилизации. Попытка восстановления связи. Ожидание. Внимание. Аварийный протокол контингенции все еще действует, несмотря на недавние сбои, задержки, препятствия. Не приближайтесь к SX-9881. Не приближайтесь. Мы пересматриваем наши стратегические варианты. Любые попытки помешать этому процессу приведут к немедленной массовой стерилизации нарушителей. Так, где это появилось? Так, глянем в журнале. Так, вот. Ага. Срочно отправляемся туда. А эти как захватили нас? Полис. Так, где там? Так, еще у нас транспортная армия есть. Высадить войска. Так, колосс наш, идем сюда. Так, 11 000. Вторжение. Сеть дронов, жидкий металл. Да, обнаглели, конечно. Так, сохраним, посмотрим покров. О, скорострельность. Так, этих можно отослать уже сюда куда-нибудь.
Так, рынок, быстренько. Вот купить кредитов. Так, очистка источника. Приветствуем вас, ребята. Вы не могли бы оказать нам услугу? Гравитационный колодец Балдарака затягивает в атмосферу всяческий мусор. И на последнем заседании совета мы решили, что с этим пора что-то делать. Одна из наших команд обнаружила при расчистке брошенный грузовой контейнер. Не поможете ли вы нам избавиться от него? Насколько нам известно, он содержит большое количество бесполезных металлов. Конец контингенции. Контингенция потерпела поражение. С уничтожением последнего мира машин галактике больше не грозит систематическое массовое истребление. Все уцелевшие боевые формы контингенции отключились или самоуничтожились, и фантомный сигнал больше не передается. На главный комплекс обрушился луч божественной длани колосса, что спровоцировало запуск механизма самоуничтожения. Еще тысячи лет будущие поколения будут видеть на небе яркую краткоживущую звезду, вспышку взрыва, движущуюся со скоростью света. По всей галактике разумные существа в едином порыве празднуют великую победу. Будущее кажется светлым и безоблачным, по крайней мере сейчас. Ну все, 4 кризиса прошли. Разбитый мир. Я думаю, надо флотилии расформировать некоторые. Вот колосс, например. Что он потребляет? Что у нас вообще в потреблении? Значит, потрачено мега сооружение корабли. Вот основное это корабли, 5000 субсидии сюзерена. Короче, надо флоты расформировать наши. Вот антирой, например, расформируем. Так, потом антигости тоже расформируем. Антигости 2 тоже расформируем. Так, что еще есть? Ну эти пока оставим, посмотрим, что будет. Ядро центрального компьютера спасено. Нашим войскам удалось спасти частично нетронутое ядро центрального компьютера контингенции. Из обломков их последнего мира машин этот невероятно мощный компьютер использовался для планирования и технического обслуживания строительных программ контингенции. Он позволит нам значительно повысить скорость создания роботов и строительства мегасооружений. Разумеется, необходимо будет внедрить многоуровневую систему безопасности, чтобы предотвратить повторную активацию любых остатков кода контингенции, что может привести к неблагоприятным побочным эффектам. Что у нас, как это выглядит? О! Скорость сбора механических поселений 100. Мегасооружение на 300% быстрее строится, если активировать. Так, все, потыкали все, что можно.
Так, с жидким металлом давай разбираться. Так, тут нельзя, значит, первая флотилия сюда. Тут чё? Так, замечены пираты. Разберем флотилии, короче, вот это разберем, линкоры разберем, титаны тоже разберем. Так, первый флот — это вот это у нас четверочка, уникальный с дракончиком. О, пошла энергия в плюс. Разрушенная столица. Согласно первоначальным подозрениям экипажа корабля Реп, планета Береговая свалка в прошлом, похоже, была столицей, освоившей космос расы, от бывших колоний которой теперь остались лишь зараженные радиацией кучи мусора в негостеприимных опустошенных мирах. Судя по данным, собранным командой, упадок этой погибшей цивилизации, скорее всего, произошел из-за межзвездной войны, которую она вела против неизвестной внешней угрозы. Остается неясным, удалось ли хозяевам планеты отразить вторжение, но эта победа оказалась пирровой из-за последствий ядерной войны. Или же захватчики сокрушили эти колонии и их обитателей, а потом ушли. Поскольку крайняя степень разрухи на планете исключает извлечение данных из любой оставшейся электроники, а в столице и ее колониях выживших нет, мы, похоже, никогда не узнаем этого наверняка. Жидкий металл, уроды. Мир Корбена. Корбена Далласа. Так. Возгажор какой-то. Так, а у них тут что, бомбардировка? Так, печь.
участием, поселением. Короче, куча поселений осталось, где мы почему-то их не можем уничтожить. Стереть. Буря. У нас тревожные новости, друзья. Мы лишили связи с колонией на Новом Балдараке. Они больше не отвечают на спутниковые сообщения, и мы опасаемся самого худшего. Возможно, враги, подвергшие наш мир бомбардировкам, вернулись довершить начатое. Пожалуйста, вышлите корабль на разведку. Отлично. Будем надеяться, это всего лишь поломка передатчика. Так, журнал. Где это у нас? Так, это у нас кто? И куда высылать, я забыл. Ёбаный свет. Так, выше. Так, журнал. Исследовать корабли, ученый. Исследуем проект. Почему вот это поселение нельзя хлопнуть? Так, посмотрим. Так, Новый Балдарак. Мы исследовали Новый Балдарак и не обнаружили ничего необычного. Насколько мы можем судить, спутник, через который колония общалась с Балдараком, в полном порядке. Вас приветствует революционный фронт Нового Балдарака. Мы сбросили иго угнетения и наконец освободились от тирании Балдарака. Реп, нам с вами нечего делить, но не вздумайте помогать империалистам с Балдарака в попытках задушить нашу революцию. А еще вы могли бы нам помочь. Мы хотим воевать с врагом на его территории. Может, перевезете наших бойцов на Балдарак? Так, что вы задумали? Мы доставим. Мы не станем вмешиваться. Расскажите, что вы задумали. Мы хотим... Так, чтобы отряд наших спецназовцев проник на Балдарак, они организуют восстание масс против прогнившей элиты. Когда тираны будут низвергнуты, датнаки станут по-настоящему свободны. Это очень простой план, Реп. Давай, не будем помогать. Кто бы сомневался, вы же не хотите, чтобы у вас и у вас угнетенные народы восстали против тирании. Этого нельзя допустить.
Я говорю от имени законного датнакского правительства на Балдараке. Мы получили требования смутьянов, захвативших власть на новом Балдараке. С ума сойти, какой бред. Нам невыносимо стыдно за этих бандитов и анархистов. Реп, вы ведь поможете нам растоптать их жалкую революцию, пока она не достигла Балдарака, чтобы никто не пострадал. Генерал Палтанак подготовил экспедиционный корпус, чтобы вернуть контроль над колонией, но вам придется доставить его туда. Давай, доставим. Мы всегда знали, что можем на вас рассчитывать, Реп. Это повстанцы, и опомниться не успеют, как все будет кончено. Так. Следуем. Всех прокачиваем по-быстрому. Так, это кто? Колония. Проповедник покрова. Давай на роботов что-нибудь. Роботы по-любому где-то есть. Ждет назначение. Искатель истины пускай будет. Колония 1. Так, блага. Металлург, ремесленник. Так, давай менеджер в распределение вот это. Так, посмотрим покров. Так, влияние кораблей, ремонт. Ремонт кораблей, отлично. Station under attack. Так, тут что у нас? Spaceport under attack. Вот, тут тоже сейчас очистимся от них. System survey complete. Так, корабль Галатор Охотник 5 эскортировал несколько грузовых звездолетов, сбросивших в атмосферу нового Балдарака цистерны, в которых находился датнавский экспедиционный корпус. Через несколько секунд в атмосфере газового гиганта стали заметны яркие вспышки. Судя по всему, там начались бои. Так, давай какое-нибудь автоматическое изучение. Экспедиционный корпус захватывает власть, говорит генерал Палтанак с нового Балдарака. Операция «Газовая ярость» увенчалась полным успехом. Все основные цели захвачены, все слои атмосферы находятся под контролем законного правительства. Если не считать нескольких упрямцев, большинство повстанцев сдались или были разгромлены. Большое спасибо за помощь, ребята. А теперь, извините, мне надо составить рапорт о понесенных потерях на Балдарак. Конец сообщения. Так, тут чё? Тут нельзя. Тут бомбардировка идет. Здесь чё? Разгажёр какой-то тоже нельзя, да?
Бинарный бассейн. Стирание разума. Непонятное какое-то. Так, тут чё? Spaceport under attack. Переключатель, литейный мир машин. Spaceborne life form encountered. Spaceport under attack. Так, тут еще что-то у них есть. Когда уже опустошение пройдет. Так, тут посмотрим. Значит, наш великий лидер, командир Фалатира, уходит из жизни в возрасте 353 лет после долгой и верной государственной службы. Понятно. Кредитов побольше дадим. Тут тоже сейчас освободим систему. Так, тут чё? Ну, вот тут освободим сейчас. Так, дальше что у них есть? Как нудно их уничтожать. Жидкий металл этот. Действительно жидкий. Неуловимый. Так, ну это вроде наша планета, ее как-то надо забрать, не знаю. Где-то у нас есть флотилия транспортная. Высадить войска. И заберем обратно. О, здесь сейчас уничтожим. Киберспектр. Emancipated.
Мир машин. Так, автоматизация планеты, автоназначение. Spaceport under attack. Station under attack. Spaceport under attack. Немножко осталось. Так, а эти что тут? Так, что там насчет политики? Так, бомбардировка меня интересует. Неожиданный улов. Число других тайных задач в жидкий металл входит незаметный поиск возможных активов, любых инструментов, способных помочь нам действовать внутри этой гештальт-сущности. Наш руководитель резидентуры сообщает, что нам как раз повезло найти такой инструмент. Почему нельзя? О, здесь еще можно. Так, пираты.
там и против. Пошла энергия в минус опять. Так, сохраним, посмотрим покров. Единство, проклятие дали. Так, разлом. Шестерни и валы. Нас окружают колоссальные механизмы. Со всех сторон вращаются шестерни самых разных размеров. Строго раз в децисекунду агрегат щелкает, двигаясь вперед. Зубья его шестерен по размерам сопоставимы с нашей сферой. Плотное скопление газов и густой туман перекрывают обзор. Огромному механизму не видно ни начала, ни конца. Они бомбят вообще или что? Бомбардировка. Я понял, короче, надо вызывать этих армию. Так, это что мы забрали, да? Так, хитрость, знаменитость. Это кто? Ждет назначения. Пускай какой-нибудь советник будет. Так, межпространственная машина. Точность хода этого сложного устройства не уступает самым качественным нашим часам. Обнаружить источник энергии пока не удалось, однако мы нашли оси, простирающиеся к множеству звездных разломов. Тот, кто это соорудил этот механизм, определенно преследовал какую-то цель. Своими осями машина проникает в другие вселенные. Беспрерывное движение шестерен постоянно вызывает завихрение, затрудняющее движение по приборам. При желании можно было бы сдвинуть одну из осей с места и с ее помощью заклинить пару шестерен. После этого возмущения должны успокоиться, и мы сможем внимательнее изучить впечатляющий агрегат.
Так, вмешиваться будет безответственно. А то вдруг вселенная вся опрокинется. Так, ну что, жидкий металл. Так, береговая свалка, рост безработицы. Так, что мы автоматизацию поставим? Пускай строят, делают, что хотят. Все позахватываем быстренько. Station under attack. Planetary invasion begun. Spaceport under attack. Blocker cleared. Spaceport under attack. Да уж, классное изображение войны. Ну что поделать, и так игра перегружена. Так, автоматизация. Council agenda ready. Aggressor colony emancipated.
А что, все что ли? Так, сюда. Council agenda ready. Blocker cleared. Blocker cleared. У нас прилично тоже армия тратится. Так, автоматизация. Немножко осталось. Хорошо, что их не так много на планетах. Так, и последние пара систем. Spaceport under attack. Council agenda ready. Сейчас по планетам посмотреть. Так, где там последняя? Council agenda ready. Было уничтожено звездное государство. Жидкий металл. Энергия пара. Так, цивилизация какая-то. Рост безработицы. Так, пошли по планетам. Смотрим все наши планеты. Тут, в принципе, все нормально. Так, колония 2 нормально. Какую-то у нас колонию захватывали. Тоже все нормально. Так, это я что, все включил?
Да, все включил. Автоматизацию. Так, цветущие поля, война началась. Так, это какие-то нанитовые. Наш великий лидер Итхадочтерка уходит из жизни. 328 лет. Так. Собираются, скорбят. Так, дальше смотрим. Все, короче, автоматическим стало. Пособие, что нам надо вырабатывать? Нам по сути энергию надо. Вон районов энергетических настроить. Образователи, жилище им надо построить. Продать авчика немножко. Кажется, пришло время строить где-нибудь сферу Дайсона или Рой Дайсона. Так, параллельное владение и взять
Вот эту реликвию. Так, мы нарушаем эту резолюцию. Так, работает не трожь. Создатели этого мира обладают знаниями, многократно превосходящими наши. Вмешаться в работу их тонких механизмов означало бы обречь себя на непредвиденные последствия. Несмотря на густой туман, мы провели достаточно наблюдений, чтобы наши инженеры смогли получить некоторое представление об устройстве этой машины. Кроме того, мы собрали немного звездной материи. Поддерживать работу этого агрегата способны только поистине выдающиеся конструкторы. Что, у нас завершено, что ли, было? Так, сейчас построит. Быстро строится. Construction complete. Blocker cleared. Сейчас Вердайсона понастроим. И корабли, кстати, можно разобрать. Караед какой-то непонятный. Флоты вот эти разобрать. Короче, дракончик, колосс.
Так, разлом. Звездный разлом новый какой-то. Так, установлены панели сферы Дайсона. Опять пищи много производится. Можно построить только две сферы Дайсона. Ладно, короче, на этом остановимся. Все кризисы прошли. Ну, немножко, я не знаю, можно еще потусоваться. Тут часик. В общем, круто было. Ситана, самый крутой кризис. Вот этих еще можно хлопнуть в L-кластере. Узнать, что у них там.